квартира рядом с центром Аликанте. Продается без мебели, с гаражом. Всем еще раз привет, я Ренат из агентства Spine Tour. Сегодня мы вам покажем отличнейшую квартирку. Не надо делать никакого ремонта. Все чистенько, красивенько, находится в 7 минутах от центрального рынка, в 5 минутах от Plaza de Toros. Это прям почти центр Аликанте. Второй этаж с лифтом, как вы видите. Подъезд чистенький, красивенький. Вот у нас лифт. Вот соседи. Так что приглашаю вас внутрь посмотреть со мной, какая это квартира. Начинаем с двери. Дверь в отличном состоянии. Заходим, прохожая. Заходим в зал. Зал, как вы видите, светлый, с кондиционером. Зал имеет два маленьких балкончика. Вот один, вот второй. Виды прям в парк. Этот объект интересен тем, что рядом находятся три школы. То есть для семьи, которые захочет переехать в Испанию, чтобы жить, удобно будет ходить в школу, так что все рядом. Проходим дальше. Через прохожую выходим, идем дальше. По правой стороне, по левой стороне у нас кухня. Со встроенным шкафом. Кухонька отличная, аккуратная, светлая тоже. Есть окно, которое выходит в внутренний двор. Проходим дальше. Сейчас я вам покажу все остальные комнаты. Санузел с левой стороны один. Тоже, как вы видите, плитка, все в отличнейшем состоянии. Не надо ничего делать. Заходи и живи. Ванная с окошком. Очень важно для вентиляции. Проходим дальше. Заходим в большую комнату. Отлично. Со встроенным шкафом тоже. Окно дает тоже во внутренний двор. Окна, как вы видите, тоже хорошие. Не надо ничего менять. Проходим дальше. Налево у нас вторая детская комната. Как раз для одного ребенка. Со встроенным шкафом. И окна также дают во внутренний двор. Зона очень тихая, спокойная. Все рядом. Сейчас мы пройдем во вторую маленькую комнатку. Узкая, конечно, но смотрите, вот есть встроенный шкаф, тоже в отличном состоянии. Комната может быть больше, так как встроен тут еще один второй шкаф. Но, как вы видите, по длине, вон там есть еще место. То есть вот тут может расположиться еще одна маленькая кровать. Окна тут также дают во внутренний двор дома. И все. Квартирка маленькая, но входи и живи, и наслаждайся Аликанте. Всем спасибо за просмотр. До свидания.